состояние школы именно как служение. И это все хорошо. Но я эту школу достраивал, потому что каркас стоял здесь, и, собственно, дождь поливал, и это все уже разрушалось, а конструкции проекта были уже фактически невозможны для реализации, потому что вот эти вот плиты, их нужно было отливать, а уже форм не было, и поэтому та подрядная организация, которая могла выполнить Саратов-Бестрой, она сделала из того, что было, и какая была возможность. Это были 90-е, конец, это тяжелые были годы. Но сейчас, вот, по прошествии 20 лет, опять-таки, мы с вами должны объективно сказать, что в тот период времени эта школа, это было событие, это новая школа была, она была намного лучше, чем та, где полы проваливались. Вот. И, конечно, это было движение вперед. А сегодня, для того, чтобы двигаться вперед, надо нынешнюю школу ставить на ремонт, заниматься реконструкцией, менять и двери, и рамы, и заново делать полы, стяжки, все то, что необходимо. Фактически останется один каркас. Для этого надо еще раз опять-таки вернуться к тому, чтобы провести обследование школы, чтобы понять, вообще в каком состоянии она находится. А потом уже дальше наверняка будет и приведен в порядок внешний вид. Потом мы